Ну что, ровно год назад я поднял впервые тонну, вернее, оторвал. Есть! Сегодня 14 марта 23 года. Ну, попробуем что-нибудь такое сделать. Что нам удастся? Удастся, чи не удастся? С радостью, как говорится, как правильно заметил самодумом. А наша задача пробовать. Получать радость. В пробе получить радость. Ну-ка. Разудись, упрись в ступнях. Неожиданный как-то отрыв идет. Резко колени. Раз. Ну, 800 пошло, 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 пошло. Второй подходик, так сказать, проснемся. Встрепенемся. Проснемся, встрепенемся. Вот так вот, вот. Мощно, мощно. Будь смелее, акробат. О. То на 50. Будь смелее, акробат. Будь смелее. Мое послесловие к этому видосу. Я прозанимался вот ровно 3 года. Можно было, как некоторые, позанимались там полгодика, что-то там получилось, не получилось, и благополучно забросили. Но для того, чтобы досконально проникнуть в тонкости того или иного какого-то дела, вида спорта, этим надо позаниматься, посвятить годы, тогда что-то будет. Какие-то, чтобы получились разительные результаты. Практически целый год с 14 марта 22 года по вот сегодня, 14 марта 23 года, я топтался на месте, но тем не менее не бросал. Я делал, делал, делал и думал, 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 ну почему, почему нету прогресса, почему не получается. Пробовал такие нагрузки, пробовал всякие нагрузки. Были разного рода осложнения, не все так просто и гладко идет, но это все преодолевалось и прогрессировал, прогрессировал, прогрессировал. И вот наконец-таки сегодня результат.
Поэтому не бросайте дело, которым вы занимаетесь, только лишь его попробовав. Если вы умом начинаете понимать перспективы этого, и чем больше перспективы, тем надо больше приложить ваших умственных и физических усилий для того, чтобы ими овладеть. Ну вот такой вот я.